располагаетесь? Хотите, я расскажу вам о китах? Хм, простите, что? О китах. Я ихтиолог, китовед. Штатный сотрудник тут, но толку от меня пока мало. Я их очень люблю. Величественные существа. Так вам интересно? Да, давай. Да, давайте. Факт первый. Мы все вышли из воды, как вы знаете. А вот киты оказались умнее и вернулись в нее. 50 с лишним миллионов лет назад они были большими парнокопытными животными, но предпочли воду. Восхитительно, не правда ли? Факт второй. Язык серого кита весит больше 4 тонн. 4 тонн. Это примерно как взрослый слон. На нем можно разместить до 50 человек, представляете? Факт третий. Кит слышит не ушами, как мы с вами, а нижней челюстью. Улавливает вибрации, колебания типа, толщи воды. Это что, мне кажется, что это типа дроздов? Считается, что киты единственные, кроме людей, млекопитающие, которые поют песни. Такая песня может длиться до 40 минут и содержит целые мотивы и даже жанры. Факт пятый. Кит может погрузиться на глубину до 3,5 километров. Там они плачут слезами из жира, чтобы защитить глаза от соли и давления. Смецочка. Поразительно. Факт шестой. Киты очень плохо видят, не чувствуют запахов, и у них нет чувства вкуса. Думаю, ты еще будешь как-то. Я имею в виду в пище. А так, я уверен, они огромные эстеты. Думаю, на сегодня хватит о китах. Я-то могу о них бесконечно говорить. Ну, не хотел бы тратить ваше время. Ну, спасибо. Очень мило с вашей стороны подумать о моем времени. Ну, как вам будет угодно. Если что, я буду тут, пока музей не закроют. Не могу налюбоваться.